Это Базилио. Его нашли месяц назад на улице. Что с ним случилось, никто не знает. Скорее всего, бедного кота кто-то пнул. От удара была сломана челюсть. Вся кожа слезла с подбородка и шеи. Все было в гное инфицировано. За его жизнь врачи ветклиники борются уже целый месяц. Но, к сожалению, процесс очень запущенный и требует особого подхода. И самое главное, что в Волгограде нет гастростомы, которую необходимо установить Базилию для того, чтобы он мог долго питаться, потому что лечение челюсти затягивается. А та стома, которая стоит у него в пищеводе, она уже постоянно выпадает, и нет возможности ее переставить. Нам предложили помощь в Москве, в одной из клиник. Но это стоит очень дорого, и в одиночку такую сумму нам не собрать. Поэтому мы очень просим помощи, помочь нам с Базилио выздороветь. Помогите нам, пожалуйста.